Всем привет, с вами Темный Ниндзя и игра Броялти. Сегодня мы с вами начнем прохождение сюжетной линии. Приятного просмотра. Первая загрузка всегда долго. Махач-махач. Ты вовремя пришел, сэр Гонцелот. А я немного и не успела приготовиться к встрече. Давай так, я пока выберу платье, а ты победи злодеев, что штурмует мой замок. Что за обман? Когда мы познакомились на сайте, ты не говорила, что мне придется с кем-то драться. К счастью, я всегда беру с собой армию на первое свидание. Эй, воины, в атаку! Махач, махач. Раз, два, три, четыре, пять. В общей сложности прям героя, да? Так как ты смеешь так подло нападать со спины? Это же мой прием. За эту дерзость я заберу тебя, самое дорогое. Посмотрим, кому ты будешь нужен без своих солдат. Что вы? Я ж потратил последние деньги на эту армию. Ну хотя бы теперь у меня есть королевство и принцесса. Эй, цветочек, не хочешь открыть ворота замка и пригласить меня на чашечку кофе? Не торопись. Сперва тебе надо разобраться с парой моих бывших парней. Иначе они так и будут нападать на мой замок. А после, так и быть, получишь мою руку, сердце и другие части моего королевства. Пора завязывать с этими свиданиями вслепую. Хорошо, я разберусь с ними, но с тебя новая армия. Ну, как и всегда в таких играх, присутствует какой-то своеобразный юмор. Надеюсь, он будет интересен в дальнейшем. Два воина — это почти армия. Отправьте еще одного новобранца в гарнизон и выдайте ему снаряжение. Ну, окей. Так, обучение, значит, у нас, да? Как всегда, обучение. Как всегда, начинается все с одного и того же в играх такого жанра. Надеюсь, вы уже готовы отомстить за разрушенный замок? Или решили подождать, пока враги сами вернутся? Увлажняющий крем? Есть. Мягкая вельветовая туника? Есть. Воины, готовы умереть за меня? Есть. Я готов, конфетка моя. Итак. Ну, поехали. Для атаки нам нужна еда. Голодные воины в бой не пойдут. Хорошо, хоть денег им платить не надо. Ну окей. Чё так? Зануза от деревянного меча — это неприятно, так что пора нашим воинам взять что-нибудь посерьезнее. Наш первый сундучок. О, сразу зеленый топорик. Круть, круть. Да. Четкое ведро. Стройте казино, чтобы жителям королевства было куда нести налоги для всеми любимой принцессы. Седрик. Так, казна. Строители все делают слишком медленно. К счастью, мы можем ускорить строительство.
У нас есть новые подданные для замка. Назначьте казначеем того, кто умеет считать хотя бы до трех. Окей. Бах, боже, как она падает сильно. Предыдущий повар всегда пересаливал еду, а когда на нас напали, он сбежал из замка. Надеюсь, новый будет лучше. Ну окей. Бух. Грохается жестко на задницу. Разведчики доложили, что гоблины слишком устали, пока грабили мирных жителей. Теперь мы можем героически напасть на них и победить. Ферштейн. Воин с топором быстро бежит по прямой, пока не врежется во врага или препятствие. Давай устроим вражеским рейнджерам неприятный сюрприз. Окей, устроим рейнджерам неприятный сюрприз. О, прикольно. Значит, здесь у каждого оружия вот такой свой, да? Прикольчик. Я узнал этот лес, здесь правит Огр Гхыр. Раньше он был чемпионом по боям без правил, но внезапно перестал выступать. Поговаривают, его прокляла какая-то ведьма, и он сильно растолстел. Спорт — это глупость. Для победы в бою главное мозги, а не мускулы. Что значит ведьма? Может быть, это была милая принцесса? И может быть, она поняла, что их отношения зашли в тупик и просто ушла? Может быть и так. Залог мудрого правления — это красивый тронный зал. Улучшите его, и вам сразу откроется идея, что еще можно построить в замке. Ферштейн. Пора придумать себе крутое имя, чтобы враги дрожали от ужаса, а друзья попадали от зависти. Придумать имя. Ну, давай мы будем как обычно. О, здесь можно всего два раза менять свой ник. Потом, видимо, платно будет. Теперь жизнь в замке налаживается. Проверьте, какая награда вам полагается. Да, учитывая, что игра новенькая, видимо, ежедневных заданий пока еще нет. Жизнь в замке наладилась, но впереди еще много работы. Ты всегда можешь зайти в список заданий и понять, что делать дальше. Я понял. Спасибо. Что у нас там? У нас есть сокровище, сундучок. Давай. Хобана. Четко. Че, на кого? Че? Все лучнику. Понял. О, зелененький лук наносит урон пробивающей стрелой. О, интересно, тоже что-то будет прикольненькое. Меняем. Это уже было. Ну, поехали дальше по сюжеточку с развитием замка. Я думаю, так все понятно. Это мы не будем включать в ролики. Ролики по прохождению сюжета. Только прохождение сюжета. А туда побежим. Этот. О, вон он как стреляет. Прикольно. Он еще и ставит. Вау. Супер, супер. Блин, да тут классно. Можно тактики придумывать, раздумывать. И PvP наверняка будет прикольно.
Четко, четко. Мне уже нравится эта игрушка. Ведьма послала Хлюпика в лес Гхыра. Гхыр переломает ему все кости, а потом нафарширует его грибами и съест его. Вергиль, я же говорил, что тебе стоит подкачаться. Вот теперь перед Гхыром меня позоришь. Вообще-то он смотрит прямо на тебя. Оу, задание. Забирай награду. Есть занятие, задание. Вещи. Плюс житель. Ну ты какой. Ну ладно. Инвентарчик. Это для... Ну это мы не будем сейчас пока делать, да? Что нам надо? Гарнизон лучше. Что нужно? 200. Понял. Наберем лучше. А пока воюем. Воюем. Все как-то неинтересно. Пум. А, неплохо я сделал. Впереди опасные враги, и вашему рейнджеру стоит взять новый лук. Правда, удачно вышло, что мы его получили в награду за победу над гоблинами. А, типа, правда, удачно вышло. Ну да, слегка лучше уроном, чем тот, что уже у меня был. Ладно. Поехали. Более сильный. Пробивающий выстрел лука пронзает и оглушает всех врагов на линии. Поставь своего рейнджера напротив гоблинов, плевальщик. Так они плевальщики, оказывается. А, весело. Ну ладно. Да. Злая ведьма, ты снова решила проклясть Гхыра. Так, все, с меня довольно. Я не ведьма, и я тебя не проклинала. Я не виновата, что ты не умеешь считать калории. Как и в том, что ты вообще не умеешь считать. Кажется, я начинаю что-то подозревать. Харлин, ты знаешь ту ведьму, что прокляла Гхыра? Давай, пи-пи-пи, хоть кто-нибудь меня тут понимает. Набор новичка за 460 рублей, да. Чё-то как-то недёшево, ребят. Вообще. 36. Что тут у нас? Оборона баррикады. Поддержка тренировочная. Да, тренировочная надо в любом случае. Так, маленечко пауза. Подкачаю своих и продолжим войну. Так, слегка подкачались. Едем дальше. Моей мощи не хватает. Непонятно. Так, ладно, давай попробуем. Получится, не получится. Ну нет. Этого сюда. Этого сюда.
Ничего, нормально вроде. Тело мощи. Окей. Более классные шмотки для танка. Четко, это что? О, здоровье, отлично. Поехали дальше. Так, нам надо 200. Надо бы, наверное, смотреть. Что враги делают? Чтобы понимать, как против них воевать, да? Любят руйти. Я еще пока не могу оценить, но игра вполне неплохая. Воин, физурон, таран, там рушается. Понял. Физурон, слаб ближе бою, мечтает набрать маску. Наносит физурон, опасный в больших группах, а обожает легкую атлетику. Ну, хуже. Итак, что мы делаем? Ничего так оставляем. И продолжаем. Думаю, мне пора признаться. Гхыр, он мой бывший парень. Я была очарована его спортивными победами и слишком поздно поняла, насколько он глуп и однообразен. В этот раз тебе повезло, мой нежный цветочек. Теперь ты со мной, а мои невероятные тело и ум развиты одинаково. Ты даже не представляешь, насколько ты прав. Ну, поехали. Насколько он прав? Пока неплохо идем. Ты уже выполнил задание на улучшение гарнизона. За его завершение ты получишь нового бойца и экипировку мага для него. Без третьего бойца в отряде следующие миссии могут быть слишком трудными. Да, согласен. Следующие могут быть трудными, а у меня еще не хватает денег. И это не есть гуд. А, надеюсь. Да. Надеюсь, этих победим, и мне хватит денег. Отлично. Мы справились. Давайте 300 монеток. А, блин.
что-то там не используется. Нужно проверить список заданий. Из-за улучшения гарнизона полагается новый боец в отряд и экипировка мага для него. Если такого задания еще нет в списке, попробуй выполнить имеющуюся, и оно наверняка откроется. Блин, ребят. А мне надо 200. Вот отстой. То есть мне надо улучшить сначала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, пауза, ребят. Итак, и снова мы с вами. Точнее, я с вами. Извиняюсь за то, что тихо говорю. У меня уже все спят. Поэтому приходится как получается. Извиняюсь за это, если меня не очень слышно хорошо местами. Итак, я улучшил гарнизон, все как надо было. У меня появился третий герой. Он маг-хиллер на данный момент. Подозреваю, что будут и другие маги. Все будет зависеть от посоха. Ну и идем дальше. Наш сюжет скоро будет заканчиваться, я думаю, да? Кто у нас здесь? У нас здесь маги появляются, да? Маг урон исцеляет союзников, все понятно. Окей, поехали. Опа-на. Туда. А вот сюда. Так, попробуем что. Нифига себе. Да, возможно, надо было за танчиком прятать. Ну ничего, нормально, справились, отлично. Чем пахнет от тебя, хлюпик, карамелью? Это девчончий запах, а твоим должно пахнуть потом и мясом. Вот понюхай, как пахнет гхыр. Крем по уходу за кожей необходим каждому истребителю чудовищ. Так пахнет цивилизация. Ты дикарь. Гхыр понял, тебя надо будет хорошо помыть, прежде чем приготовить, иначе гхыр тоже начнет плохо пахнуть. Очень плохо пахнуть будет гхыр. Вот, типа. О, можно редкий предмет даже получить. Круть, круть. Еще и 25 кристалликов дадут. О, это похоже. Опасная битва. Ничего, выдержим ее. Ведь мы подводники, мы силачи. Вау, дых. Ничего себе. Это же скач был. Вау. Мною играют как этим. Вот отстой. А, не, нормально. Танчик сделал свою работу. Итак, мы продолжаем идти дальше. Скоренько-скоренько мы придем к Хиру. Так, что нам здесь надо сделать? Что-нибудь эдакое. Туда вам убежать. И всем надавать. Вау, ты их. Плохо маленько. Надеюсь, мои не погибнут. Что-то, мне кажется, зря я это сделал.
Надо было лука ставить, отстреливаться. Хотя у меня нормально справились. Почему нет? Но было опрометчиво. Это было опрометчиво. Лучше уходи из леса, хлюпик, иначе Гхр сделает отбивную из твоего коня, а потом съест ее. Ты глупый жалок, Огр. Любой в моей армии с удовольствием отдаст жизнь за меня. Погоди, я хочу пересмотреть свой рабочий контракт. О, кинжалики дадут. Телепортироваться к противнику. Прикольно, слушайте, прикольно. Это интересно. Окей. Ну, так и оставим, я думаю. Ах. Жесткий танчевоз. Всех. Отфигелос. Итак. Впереди шаман-целитель. Выдайте рейнджеру кинжалы. С ними он сможет телепортироваться к дальним врагам. В начале боя быстро их уничтожить. Понял. Ферштейн. А рейнджеру дать кинжалы. Сейчас мы посмотрим, что там из сундучков выпало. Пока что на паузу, ребята. Итак, я приодел, все нормально. Немножечко слегка приоделись. Чуть-чуть стали еще сильнее. Извентиляюсь. Итак, значит, рейнджер прыгать будет за спину этих крокозябликов. Танк пойдет биться с танком. Маг будет его подхиливать. А рейнджер будет прыгать за спину, да? Ну, поехали. О, четко, четко, прикольно. Пиво вырезает их и вырезает их. Красавчик. Что творит, что творит, а? Ты смотри, каков красавчик. Просто разорвал. Молодчик. Итак, у нас вроде как последний бой, да? Эту победу я посвящаю моей сладкой козочке Харлин. Посвящать победы девушке мило, назвать меня козой не мило, но это все еще лучше, чем Гхыр считает, что у тебя очень неровная голова. И я думал, что более тупых комплиментов, чем у Ланселота, не бывает, но кажется, мой хозяин нашел себе действительно равного противника. А нет, еще будет, да? Бой, а потом уже... Последний бой с Гхыром. Ну что ж. Так, танчик бежишь, валишь их. Рейнджер мага будет пинать. А маг из лужи выйдет. Помчали. А вот ты их. Четко. Четко жахнул. Unbelievable. Вот моего логова Гхыра. Смотрите под ноги, чтобы не споткнуться разбросанной штанги и упаковки из-под пиццы. Что она в тебе нашла, хлюпик? Ты даже не поднимешь ее на руки. Вот Гхыр постоянно носил Харли на руках, пока она не стала злой ведьмой. Носил? Когда у тебя не было штанги под рукой, ты просто хватал меня без предупреждений и подкидывал вверх. Так, я думаю, надо одеть нашему рейнджеру
Люк. О, шапочка для мага, отлично. Ага. Так, люк. Люк-зюк-зюк, думаю, стоит надеть на последний бой. Так, Танечка. А, ну, вышли на чё, грудь. Оба-на. А, у меня маг не качанный. Так. 5 сек, ребят. 5 сек. Скоро вернемся. Итак, все. Мы готовы к последней битве. Логово Гхыра. А, арена, точнее. Ну, мы чуть посильнее. Здесь хилеры. Хотя, может, и не надо было брать логово. У нас еще прям так. Давай посмотрим Гхыра. Наносит физический урон, атакует по области. Троекратный чемпион арены в легком весе. Любит принцессу, прогулки по пляжу и клубничный коктейль. Ну понятно, у нас две вот этих, это так, просто прикол. А, так он физурон, атакует по области, понял. И что у нас, 10 тысяч хп у него, 2000 защита и 307 атака. Физическая, понял. И... хиллера, да? Ладно. Все-таки пока что, наверное, с ножами пускай будет, там посмотрим. Я думал, он будет один. Поехали. Последняя битва в первой главе. Так, ну ты по-любому пойдешь прыгать. Вот. Мать будет хилякать. Так, вот тут да, лучше, да? А Танечка поставим вот так. Главное не подпускать его к моим дальнякам, да? А то будет бабушка. Так, ну мой рейнджер клевенько вырезает магиков их. И теперь мы начинаем ломать Гхыра. Ага, у нас есть еще время боев. Если за время не ложимся, будет тоже не круть. Но вот так вообще, в принципе, на данный момент пока вроде все нормально. Мы укладываемся. А, что ж, вот так вот. Первая глава у нас заканчивается. Да, зачем мне ваш набор? Мои воины доблестно рискнули жизнями, и твой бывший парень повержен. Жду приглашения на чай, конфетка моя. Эй, разве я не говорил, что Гхыр не единственный злодей? Отправляйся в гибельные пески и одолей еще одного моего бывшего, и тогда я устрою тебе самое горячее чаепитие в твоей жизни. Гиблые пески? Кем надо быть, чтобы жить в таком месте? И что сама принцесса там делала, когда они познакомились? Надеюсь, мы это узнаем в следующей главе. Ну да, мы это точно узнаем в следующей главе. Что ж, вот так вот заканчивается наша первая глава. Надеюсь, видео было интересным. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, жмите колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Ну и можете оставлять свои комментарии, это будет для меня приятно. Отвечу на любые вопросы. Если есть какие-то вопросы к разработчикам, также пишите в комментариях. Я задам их. Самые более популярные вопросы, которые вас будут интересовать, я задам разработчикам. И если будет много вопросов, ответов, я сделаю ролик с ответами разработчиков. Ну, а на этом все. До новых встреч. Пока-пока.